Но с вакцинами вы нам поможете. Конечно. Мне Владимир Владимирович сказал, что это будет первая страна, которой мы поможем с вакциной. Так это и будет. И я рад, что Роман Александрович Головченко принял решение, собственно говоря, сегодня сделать вакцине. Это его решение. Я надеюсь, что все будет хорошо. Уверен в этом. Спасибо.